рада приветствовать вас, представители знака зодиака Близнецы, на моем канале. Если у вас Солнце, либо Луна, либо Асцендент находится в этом знаке, то это именно для вас прогноз на предстоящий май 2024 года. Давайте рассмотрим, какие аспекты ожидают нас в этом месяце, по датам и как они будут влиять на представителей вашего знака зодиака. Итак, самое важное событие лично для вас этого предстоящего мая месяца – это переход Юпитера в ваш знак зодиака. 26 мая Юпитер впервые полноправно уже обоснуется в знаке зодиака Близнецы, с чем я вас и поздравляю. И с этого момента начнется ваша новая глава жизни, ваше восхождение, скажем так, а для кого-то прямо-таки даже стремительный взлет, потому что оттуда будут идти тригоны к Плутону в вашем девятом поле гороскопа.